Hello, boys and girls. Здравствуйте, девочки и мальчики. Здравствуйте, ребята. Сегодня, ребята, я предлагаю выучить новые слова. Ура! А что это за слова? Ах, какие они у меня любопытные. А это слова на тему еда. Ой, как здорово! Да! Да, это очень вкусная тема. Надеюсь, ребята, что вам она понравится. Итак, давайте с вами послушаем новые слова. Вот скажите мне, что у нас больше всего любят кошки? Ой, ну, конечно же, молоко! Ну, они еще и рыбку любят. Абсолютно верно. Вот молоко по-английски будет milk. Milk. А рыба будет fish. Fish. А вот смотрите, еще новое для вас слово. Вода. Water. Попробуйте повторить за мной. Water. 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 А вот следующее слово. Слово хлеб. Bread. 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 Правильно. Bread. Очень-очень сложное слово. Правда? Да, да. Надеюсь, ребята, что у вас получится. Теперь ваша очередь. Bread. Bread. Итак, следующее слово. Что у нас очень любят мышки? Ну, я люблю очень сыр. Правильно, мышки у нас любят сыр. Сыр по-английски будет cheese. 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 Правильно. А фрукты у нас будет fruits. 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 Правильно, молодцы. А вот яйца у нас будут eggs. 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 Правильно. Новое еще для вас слово. Чай. Tea. 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 Правильно. И кофе. 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 Кофе? Прям как у нас в русском языке. Да, кофе. Очень похоже, одинаково звучит. Еще одно слово – мороженое. Ice cream. Я очень люблю мороженое. Да кто же его не любит? Я думаю, что все малыши любят мороженое. Итак, повторяйте. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Ice cream. Правильно. Ice cream. Молодец. Еще для вас новое слово – кейк. Пирожные, торт, кекс. Кейк. 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 Правильно. И еще новое слово – это сок. Джус. 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 А сейчас, ребята, повторяйте за мной. Милк. Милк. Фиш. Фиш. Water, water. Bread, bread. Cheese, cheese. Fruits, fruits. Eggs, eggs. Tea, tea. Coffee, coffee. Ice cream, ice cream. Sandwiches, бутерброды, sandwiches, cake, cake, juice, juice. Надеюсь, что вы повторяли за мной, малыши. А сейчас послушайте несколько предложений. I like tea, I like coffee, I like cakes, and I like cakes. Do you like juice? Of course I like. I want milk. I want ice cream. Do you like cheese? Yes, I like it. А сейчас давайте переведем эти предложения. I like tea. Я люблю чай. I like coffee.
Я люблю кофе. Правильно. I like cakes. Я люблю кекс. Правильно. Я люблю пирожные, кексы, торт. Итак, do you like juice? Ты любишь сок? Of course, I like it. Да, конечно, я люблю. I want milk. Я хочу молока. I want ice cream. Я хочу мороженого. Do you like cheese? Ты любишь сыр? Yes, I like it. Да, я люблю его. Ну что ж, а сейчас давайте послушаем веселые песенки. I see red, I see red, I see yellow, I see yellow, I see green, I see green, I see violet, I see violet, I see white, I see white, I see blue, I see blue, I see you and you and you. Ну что ж, наш урок подходит к концу, и нам пора прощаться с ребятами. До свидания, девочки и мальчики. До свидания, ребята. Учите английский, малыши. До новых встреч!